Друзья, всем привет! С вами Сергей. И мы решили сегодня поработать на улице. Мы уже немного работы сделали. Мы сегодня убрали полностью зону, где я пилю доски. Все здесь чисто, так как я хочу дальше продолжать пилить. И мы собрали много опилок. И вот что мы здесь делаем, друзья. Вот моя жена с детьми рассыпает все опилки, которые мы собрали. Вот сюда, чтобы оно здесь перегнивало, перемешает потом. Вот, они работают, как красиво все. Это не сильно много, смотри, какой слой уже. Нормально, нормально. Мы его перекопаем, и оно, я думаю, будет нормально. Если нет, пишите. Если, может, мы вдруг что-то неправильно делаем. Или придется сейчас землю брать, тяжело добавлять. Переделывать. Да, да. Это правильно. Надеюсь, что правильно. Вот так, друзья. И вот какой Марчик здесь вообще, просто красавчик. Вот он. Здесь тоже так старается помогать. Вот, Джули. Друзья, хочу сказать, что сегодня 2 число, но температура, такое ощущение, как будто сегодня лето. Просто около 70 градусов. Точнее, не лето, а весна. Такое ощущение, что уже весна пришла. А сейчас только 2 января. Еще зима впереди длинная. А у нас тут тепло, прямо аж хоть бы загоряй. Друзья, смотрите, у нас начали пробиваться тюльпаны. Я надеюсь, вам видно. Вот они, целый ряд. Скоро появятся у нас здесь цветочки, тюльпанчики. Вот так, целый ряд. Вот здесь уже как много прикольненькие. А здесь вообще вот такие большие уже. Вот смотрите, какие здесь, друзья, большие. Как-то здесь очень рано все расцветает. Быстро оживает здесь, Южной Каролины. Морозы уже прошли, снега так мы и не видели. И уже не надеемся, что мы его увидим в этом году. Но все может быть, а вдруг? А я, друзья, буду сейчас приступать резать доски, так как нам надо 1 на 4 инча и 2 на 4 инча. Для некоторых проектов. Поэтому сейчас вот подготовил пилочку. Вот есть колоды. И сейчас мы будем резать на некоторые доски. Alright, we got it some first layer. It's good. А? Да, да. И трошки подрезать, и потом, да и все. Если надо будет что-то. Что-то дело было. О!
That one is nice. This is look good. Друзья, вот мы срезали 1 на 4. Вот получилось у нас с той кривой 7 вот таких вот 1 на 4 доски. Так что будем сушить для потенциальных проектов. Они нам нужны. Нам еще надо 2 на 4. Но пока что мы максимально режем вот этих два размера. Их надо очень много нам. Все, гарні. Оце чуть-чуть. Не побачив, що опускаю зарано. Але це 1x4, так що все пійде. Привіт. Друзья, ну что ж, вырезал я только что 4 на 4 вот такую вот квадратную колодину. А где-то можно будет ее использовать попозже. Что ж, посмотрим. Столбик хороший получился. Let's look it up. Woohoo! That looks nice. This looks nice. Hey guys, this looks nice. Small but beautiful. Look beautiful. I don't know, me. We can do something. Что-то можно сделать, друзья, нормально выглядит опять. Вот мелкие вот такие. Забирать. А чё, красиво получилось. That looks really nice. We have three nice board, Маш. Друзья, зацените, какая классная досочка получилась. У нас получилось таких 4. Смотри, какая раскраска. Просто красота. И она буквой S получилась. И ее можно просто как какая-то декорация повешать в дома на такую какую-то длинную стеночку. Вот так. Вот поставить, зачистить, вот так, одна, вторая, третья, надо будет посмотреть как, и оно будет очень красиво выглядеть, как какая-то декорация. Не знаю, что вы думаете, друзья, давайте посмотрим, у нас их есть, вот, короче, надо будет поиграться с ними, ну. Сейчас еще одну принесу, смотрите, друзья. Павло, его надо сказать. Да.
Вот так. 4 красивых борда. Но очень красиво, вообще текстура. Ну, уже надо, можно будет поиграться. Ну, пусть будет, потому что мне внутренняя сторона нравится. Сейчас попробуем водой слить, смыть его и посмотрим, что у нас из этого получится. Друзья, давайте посмотрим, что у нас за раскраска здесь получилась. All right. It looks beautiful. Look at these colors. That's how, when you UV coat that, that's how it's gonna be. This wood looks really amazing. Look at that. Washing that. Друзья, я просто в шоке, какая красивая текстура в этих досочек. Смотрите, просто как украшение где-то дома можно будет сделать. Если вот так их покрасить, зачистить, ну это ж просто феноменально. Я просто в шоке. Я не ожидал вот этой кривой колодины вот такую вот текстуру. Сначала думали отправить ее на дрова, но теперь очень рад, что я ее разрезал. И вот что у нас получилось. Очень даже красиво.